НВС СВД работать не будет, если я найду его? Нет. Ну что, там все брифингуют, что ли? Тактика. Угу. Я вот смотрю, вот ГП, ну, с ГП хожу. У меня есть там дымовые какие-нибудь ГПшки? Посмотри мой отряд. Ну, мой дымовые отряд смотрю, это. Я не знаю, как они выглядят. Они выглядят такие желтенькие. Значит, 4 есть, окей. Спасибо. Это мгновенный дым или какой? Там осветительный. Ну, осветительный. Ну-ка, что-то там есть, значит. Белый — это просто фугас. Понятно. А что-то много фугаса у меня. Ну, это хорошо так-то. Могу ПКД просто зажимать. Пошел. А я бы не жаловался. В армии третий. Под 100 вообще мощный. Тут тоже не слабо. Особенно в лице. Лицо, да. Я заметил. Ну. На здоровье. Олег. Ах ты цыган. Курва. Курва, курва. А големы, это моя понь. Из города можно выходить? А меня ОГП? Может. Да, я стрелять не пошел. О, отлично. Нет. Мы едем? А, да, мы едем. Где из города? Что-то меня выкидывает. Как поставить дымовые эти? Запад. КП. Ну, может, забромать, да? Ладно, а, с дороги. Они же с парашюта будут выпрыгивать, да? Или как? Я не помню просто. Да, с парашюта. А, понял. Так, а куда, куда, значит... куда? Налево, налево? Налево. И поехали на запад ровно. Да, ровно запад. 270. 190 был парашют. Блять, уже? Рядышком. Дождем? Немножко, конечно, такая. Вот 310 давай. Кто стреляет? Да, я думаю, посветлее будет. Я взял калаш с ПСО, все, что могу выходить, смотреть. Это же бы не помешало. Как думаешь, они здесь будут проходить? Может. Это плохо. Ну, фига, движок заглушит. И куда-нибудь в зиму загнуть его. Еще немножко стоит. Во, вот здесь смесь. Пока поутираем, а потом будем спину заходить. А я выйду тогда. Угу. На командире живут. Очень близко, сейчас уничтожу. Угу. Я пока пытаюсь монитор настроить. Чит. О! Я включил читы. Читы? На мониторе? Да, вон падает. Где, где падает? Вы прожекторный проверили? Да, прожекторный. Теперь на меня. Вот, да, куда прожекторный. 120, 140. Это на нас-то не надо светить. Квир, мы тут светимся, как... Ой, а кто-то бежит? Я, Карпарыч. 280, понял. А нет, 280.
Сейчас мы светим. Правильно. 140 был. На меня прожектор считайте. У нас нуклир на 208, кто-то бежал налево, ходил за холм. Это Каркарди говорил. Не-не-не, я бегу. Понял, понял. Паш, 280? Да. Темно, я вообще никого не вижу, я побежал на бак. Да, да. Но мы можем дать дёру в любой момент. По мне ГПшка зашла хорошо. Моя же. Да сижу, щурюсь, а у меня же оптика есть. Возле, так. Юго-западная часть Вализара, где большие две цистерны, отдельно стоящие в заборе. Кто там сидит? В заборе? Если да. Где-то я. Я не знаю, в чем там кто сидит, но я вижу движение. Сижу. Движуху на базе. Отдельно стоящие цистерны вообще за... за отдельным периметром. Понял. Чем башня? Нет, вообще ничего не слышно. Кто у города? Алексару, я прибегаю к городу. Ну, не к городу, а к базе. На 150 от базы ко мне все. Все тут вход. Все замуровано. Главный вход. На карту. Паша, сядь. А у них техника. Садится? Да. Азимут 60. Полный ход. Я вас нашел. На юге с забором прошел. Ты полный ход? Полный. Да полным ездил. Ты на бочку по низу залез? Да. А, все. Так, чилик, если что, свой бегает. Махнул по тебе. Ну ты уже убегать. Если Банзен к тебе прибежит, и тебя накроют тоже. Пашки рядом. Я еду, все. Я знаю, я не против. А, ну вот. Так, за карту можно ехать? Ну, уедем, если надо будет. Стоп. Стоп. Так, это вроде наш. Можно выйти? Ну, если не боишься. Нет. Паш. Я понял. Стреляли, да? Да. Ах, я хитрый. Стоп, бери. Вон, поехали. Нашел гранд-темп. На пофигу начинает отрабатывать. О, у тебя есть того. Стоп. Господи, какая ночь, никого не вижу. Сгушись. А тебя откуда стреляли? С базы? Не знаю, гушак какой-то, пулька просто прилетела. Да, я слышал, слава. Без выстрела. Сейчас пойду высунусь, посмотрю еще. Ты можешь на командира сесть. А мне придется выйти сразу. Ну, это секундное дело. Да. Снайпер примерно стреляет с 220 из 200, примерно там ты.
Найк, Каркарыч умер, короче. Сделайте. Кто под стенами выйдет? Я. Паша, что-то случилось. 180. Что, все так темно стало? Вообще темно. Сейчас я никого не вижу. Надо ближе подходить. РПК хвоста видно. Ну, жена живем. А, шуганы просто. Да, лучше быть шуганым, чем мертвым. Стоп. Поехали. Вообще противник где-нибудь вообще замечен? Пока непонятно. Замечен, не стоит. А один так должен убить какого-нибудь шелка? Отбался снайпер на эти миски. Рендек Каркарыч, там снайпер. Понял. Стоп. Меток что ли у вас нет? Кто-то рядом говорит. Да? Поехали тогда нахер отсюда. Я ничего не слышал. Вообще не должны слышать. А кто он сейчас гпшит? Да, я гпшу. На пушку просто. Да, 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 мы не должны были слышать. Ты поехали, чем вы встали? На противнике тоже иногда ответочку пусти, да. Внизи не так ничего не видно. Вперед? Я не знаю, где он. А мы... Да, все, 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 понял. Стоп. Вперед чуть-чуть. Это куст сранец. Блин, мы так напылили? Непонятно. Вот разве. Ну поехали дальше прямо. Я прям подставляю, где враг. Стоп. Как сложно жить. Блин, не знаешь, где враг. О, поехали. Ну нифига непонятно. О, горит опять. Там бастер был. По-моему, раньше было все-таки. По-моему, тоже. Что раньше? Светлее. Да нет. Просто не фарами, а прожекторами все забили. Они в одном месте светлее, в другом темнее делают. Ясно, то сижу на базе. С базы идеально видно. Убежал с базы, вообще ничего не вижу. Первый раз в 73-4 умер. Я тебя не звал с собой, ты сам захотел. Тут за атаку можно еще с одного места зайти. Если вот этот ангар. Да тут много. Стеклянный. ДПХами разбить, потом дырки будут. Ах ты, Ворон, какой хитрый, а? Все, вы раскрыли. Не лазит. Не, я успел лечь. Ну да, если держать, ничего не будет. Все, заигрался. А может и нет ранены? Ух ты ж. Ну, я думаю, добьют через текстуру. Может быть и нет. Ну, глянули, что труба упала. Там что? Оккупант навряд ли там добьют. Он, может, конечно, контроль добьют. А, нет, добивают. Это Ворон сдувается? Да. Все, Ворон умер. Ой, Ванечка, не все.
Они уже там тут. В ПНВ все ярко так. Да. Там яркость настраивать можно. Ну да. Но с прожектором и хуже. Какое хорошее себе укрытие нашел вот этот Виксол. Трубе. Таких есть много, там часто. Проводится. Есть там получше, на Бальске, по-моему, около завода они постоянно. Там, если вылезешь, то не развернулся вообще. Только да. Лежа. Сейчас мясо пойдет. Где подходит? Я думаю, рано или поздно прилетит ГПШ. Да. А неужели они не слышали, как он ГПШ? Прям под. У них прям под ногами ГПшки летали. Вот это Маздон, все Прайс, и так далее. Умер. Я. Что мне надо? На 270 они идут. Порт умер. ГПшкой накрыл. Или парашютом упал. В смысле? А. Ты с парашюта прыгнул? Да-да. А, ну понятно. Так долго летел. Десантник прям. Уже конец он. Да. Да ничего, люди бывают там. И меня убил хитрый. И мальчик пойдет? Не мальчик. ГПшкой? Меня что убил? Не, не ГПшкой. Бонзай вроде бы. Всю игру летел. Ты прилетел и умер, да, сразу? А, арма. Это да. Бонзай рискует, конечно, без ПМВ вышел. Чё? Тебя не самого вышел, потерялся. Кого-то убил. Он толку отлетел. Пугает. Он кувыркается, видишь? Кочегар. О, опа ваш. Ранил. Вот зря он побежал около дома. Ведь можно выйти в темноту и не вернуться. Вот я так вышел и не вернулся. Да. Я потому что смотрю с базы в прицел, американец бежит, начинаю стрелять. Не добрал расстояния. Он... И ответка сразу. Нет, ответки не было, он хорошо спрятался. А что за тюлени там? Иванчик и кто с ним? Землю растет. Махно. Да. Давай тюлени. Это кто? Стреляет. Кто рядом вообще? Да-да. Дымы, тактика. Походу бонзай все. Бонзай. Живой. Да, правильно.
Игорёк решил и не это, не рисковать, прижаться. РПГ прям туда, понятно. Даже он оставил рюкзак. Да сейчас где там действие? Сейчас действие у Игорька будет, он с РПГ почему-то целится. Не надо, Игорь. Фух. Я думал, что скрывать бы. Да. А он, видишь, он, поди, портфель видел, может быть. Типа, боится. Думает, мины. Фугас. Карта смог. Так это его собственный портфель. Я думал, там убить и собрался. Слушай. С РПГ интересно, можно там всю взрывчатку у нас съел, ну, рюкзаки съели? Mm. Можно, наверное. Если банза их не закрыл было стенками, значит с РПГ можно, потому что раньше-то их расстреливали с РПГ. ГПшит? Таким углом, конечно. Да. А, ну, Игорёк что-то банку открыл. Дымит, в трубу попал. Вообще как стало. Ну, тактика. По-моему, на вторую в трубу попал. Ну что, хорошо задымил проход. Снизу-то нет. Ну, смотри, саны, мать его, кусты! М? Я выжил в кустах. Не, кусты. Кусты нормально, вот с елками вообще не связываться не надо. За ними прятаться-то хорошо. Да, там потому хоть... Потому что не брони. Да, и все нормально, махло у нас АФК, Викс лежит у нас там, в трубе. Рыцарь бегает. Они защищают тебя. Вот чё он махно пришел сюда. Рыцарь что-то сейчас будет делать. Заползай. А, ну ладно. Только слышно, как пуля входит. Ну чё, я там хорошо заехал? Нормально. Я там...